вкуса – это положительные эмоции. Некоторые проводят время дома перед телевизором, обсуждая политическую обстановку в стране, а некоторые живут, получая эмоции от этой жизни по полной программе. Для некоторых зимой выйти на улицу за хлебушком – это уже экстремальный вид спорта. Вот как отличить экстремальный вид спорта от неэкстремального? Экстремальный вид спорта всегда отличается чрезвычайным исполнением перформера. То есть это не обыденные вещи, это какие-то вещи, которые требуют специальной подготовки, специальной выносливости. Возможно, это даже какой-то риск. А как вообще вот люди приходят в экстрим? По-разному. Очень много разных случаев. Кто-то хочет что-то новое открыть, кто-то ищет новые направления в своей жизни, кому-то просто скучно стало, и он хочет разнообразить. А кто-то всегда мечтал об этом и занялся, и живет этим всю жизнь. А экстремальные виды спорта – это? Экстремальный вид спорта – это прыжки с парашютом, мотоспорт, бейджампинг, серфинг, дайвинг, кайтсерфинг, виндсерфинг. А вот среди женской половины нашего земного шара какой экстрим популярнее? В парашютном спорте много девушек, в мотоспорте меньше, но желание очень большое у многих есть. Также много девушек занимается дайвингом. Это, в принципе, тоже очень такой популярный вид спорта для девушек. Серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг. Опять же, это доступные виды, которые не требуют каких-то сверхспособностей. Любой может попробовать себя и научиться этому. Скажи, а как преодолеть страх? Вот как не свернуть с выбранного пути, не испугаться и не отказаться от желания прыгнуть с парашютом либо какого-то другого вида спорта? Главное – следовать своему желанию. Если вы решили заняться парашютным спортом, страшно, еще что-то, друзья отговаривают. Страх нужно просто преодолевать, тренировать. Это такая же тренировка, как ходить в тренажерный зал или заниматься бегом. Это те же тренировки. Вы преодолеваете свое сознание, свои эмоции, свои инстинкты, управляете ими. Продолжайте заниматься экстримом, и все у вас получится. А что самое главное в экстриме? Это вы получаете незабываемые эмоции, которые вам помогают в повседневной жизни. Это хорошее настроение, это какая-то уверенность в себе в нештатных ситуациях, какие-то вопросы, которые возникли внезапно, вы решаете быстрее. Это однозначно лучшая реакция на все, это проверено. То есть реакция улучшается в повседневной жизни, когда вы занимаетесь экстремальными видами спорта. Каким экстремальным видом спорта можно заниматься в Ростове? Практически любым. Наш регион позволяет по погодным условиям нам заниматься очень многими видами спорта. И самое главное, все здесь рядышком с Ростовом-на-Дону. То есть это у нас и прыжки с парашютом, и квадроциклы, и мотоциклы, и дайвинг мы здесь проводим начальное обучение, а дальше выезжаем на море уже. Тоже здесь у нас все рядышком получается. Дельтаплан, параплан, недалеко у нас горы находятся. Мы делаем восхождение. Зимой мы ездим кататься на сноуборде, на лыжах. Масса всего, можно выбрать все, что вам понравится и все, что вам подходит по душе. Пожелаю что-нибудь тем, кто только начинает думать об экстриме, кто еще не уверен в том, каким именно спортом он хочет заниматься. Ребята, думайте быстрее, время не ждет. Зона вкуса – это то место, где всегда можно вкусно покушать. Это рубрика «Каша из топора», рубрика о том, что делать, если нагрянули гости, а в вашем холодильнике пусто. И сегодня у нас в гостях большой человек, которого зовут Паша Пухов. У тебя такая замечательная фамилия, которая практически не соответствует твоими размерами. И я знаю, что у тебя такая есть вот подпольная такая, ну не знаю, кличка Пух. Прозвище Пух, да. Прозвище Пух, точно. Паш, ну как вообще вот может быть такое? Вот я, допустим, говорю своей подруге, вот я приду с человеком, вот он, Пух со мной придет. И представляешь себе такое что-то воздушное, такое маленькое, такое мерное, да? Да, и тут появляешься ты. Прикольно тебе вот в этом состоянии? Ну, на самом деле, да, это на самом деле необычно. То есть все ожидают одного, получается совсем другое. Любишь, да, удивлять людей? Ну да, да. А часто бывает такое в твоей жизни, что гости приходят без приглашения? Конечно. Бывает, да, да, как бы мы проезжаем рядышком, все, едем, заскочим. Ну. А заходят гости, чтобы объесть тебя или просто могут вот так, ну, поболтать?
Да, могут все и объесть, и, как бы, я такой человек, у меня всегда есть дома покушать. Всегда есть дома покушать. Ну да, и мне приходится следить, как бы, за питанием. А, да, точно, об этом мы сейчас поговорим. А сейчас делитесь рецептом, который можно использовать, чтобы быстренько, пока гости у лифта поднимаются. На какой этаж подниматься надо? Первый. Слушай, Паш, ты должен... То есть вообще молниеносно. Просто да. И что мы будем готовить? Мы сегодня будем готовить омлет. Омлет с грибами и сыром. Это такой спортивный какой-то омлет, да? Ну, не особо спортивный, потому что у меня не все друзья спортсмены. Да ладно? Вот. Ну, практически. Мне кажется, глядя на тебя, должны все бросать свою работу и уходить в спорт. Вот. Не, ну пусть даже пусть почти все спортсмены, но не все уделяют питанию, ну, нужное внимание. Это правильно, ты сейчас сказал. Что нам нужно для того, чтобы начать? Нам нужен сыр. Предварительно мы обжарили грибы уже. Вот. Соответственно, яйца. Сливки, мука. Что буду делать я? Вот мне все время поручают вот эту вот розовую соломку держать. Можно я хоть что-нибудь буду делать, пожалуйста? Да, можно натереть сыр. Нам нужно будет буквально 1/3 этого кусочка нашего. Немножко, да? Да, 1/3 этого будет достаточно. Мы отрежем 1/3. Раз. Вот так, да? Ну да, без проблем. Все, отлично. Так, что будешь делать ты? Я буду взбивать нашу яичную смесь, как бы. Давай, наверное, ты будешь в этом взбивать. Да. Я буду тереть сыр на вот. Омлет у нас будет из 4 яиц. Угу. Ну, соответственно, от компании сколько людей придет, столько соответственно, яиц мы потратим. Сколько человек, столько яиц, или на каждого по 2-3 яиц? А как ты, например, считаешь? Ну, вообще, да. На каждого, ну, спрашиваешь предварительно, насколько голоден, голоден, да, и от этого мы отталкиваемся. Соответственно, как бы... На какой терке тереть? На мелкой, крупной? На мелкой, желательно. На мелкой, да. Да, потому что нам будет потом проще это все дело сбить. Все, поняла. Оно должно поплавиться во мне. Да. Я соврата. Хоть и блондинка. Паш, ну, рассказывай. Ты человек спорт. Просто вот на тебя смотришь и понимаешь, что вот оно, воплощение всех спортивных образов, которые так и могут возникнуть в голове. А скажи, как ты вообще пришел в это дело? И это было твое личное желание, либо вот меня, например, мама привела в спорт и хореографию, и у меня не было особого выбора, я уже очнулась в сознательном возрасте. Расскажи, как твоя жизнь складывалась спортивно? Началось это, когда мне было 11 лет. Вот. У меня спортивная семья, отец у меня занимался спортивной гимнастикой. Мама тоже спортом. Да, но тем не менее, там отец сальто прыгал, потом выступление Газманова на меня тоже повлияли, когда он прыгал акробатику, был помоложе, конечно. Я думаю, ну все, я хочу прыгать. Вот. Ну, ты тебя вдохновила сальто как таковое? Да. Хотела просто научиться прыгать. Да. Но на самом деле сейчас ты находишься уже на такой вот фазе своей спортивной, что сальто это, наверное, один из самых легких элементов, да? Как? Вообще не задумываясь. Вот. Можно меня разбудить в 5 утра, и я прыгну с кровати. Ну да, порой. А ты затянула акробатику, да? Да, ну изначально как бы я пошел на гимнастику. Вот, спортивную. А я знаю, вот можно говорят, вот со спортивной гимнастики в акробатику переходят, а обратно вот нет, да? Честно сказать, не могу, потому что меня не взяли туда. А, ты просто пошел на... Я пошел, да, но меня туда не взяли. И ушел, да? Потому что сказали, что я большой мальчик и уже поздновато по возрасту. А во сколько лет? В 11? Мне было 11 лет, да, и, ну, сам по себе крупненький, ну, как крупный, среднестатистический ребенок. Так, ерунда. Ну-ну. Вот, как бы, и... Ты пошел в соседнюю дверь, да? Грубо говоря, тогда было. Через знакомых предложили позаниматься акробатикой. Я пришел, тоже сказали, мальчик крупный, поздновато уже, ну, слушай, приходи. Слушай, спорт тогда тебе нужно было? Ну, в такие виды... Детям охоту в таком, да, возрасте заниматься спортом. В таком возрасте, как бы, вы говорили, лет бы в 6 пришел, было бы хорошо, ну, тем не менее. То есть, если бы ты пришел в 6 лет заниматься спортом, то ты бы не вырос, да, получается? Размером, которые ты был. Ну, то, что уже, как бы, поздновато, его обучить будет тяжело. Но, тем не менее, приходи для себя, занимайся. Есть сейчас эти тренеры, которые тебе это сказали? Вот очень интересно посмотреть назад, да? Кстати, недалеко сюда живет тренер. А, надо бы зайти. Привет. Нет, просто передай ему привет вот так вот с экрана телевизора. Привет. И посмотрите, пожалуйста, что вы хотели вот не пустить в спортивную акробатику, в спортивную гимнастику. Но и дальше. Что было дальше? Вот, ну, на самом деле, начал... На, совмещай, приятно. Начал... Ну, и как спортивная жизнь развивалась потом? Вот, ну... Как? Я начал сам развиваться потихонечку. То есть тебя не взяли ни на спортивную гимнастику, ну, ни на акробатику? На акробатику взяли, но я ходил как для себя просто. Пришли дети, бегают по залу, носятся, их ругают и все. Вот. Ну, я смотрел на ребят, мне начало нравиться. Я сам стал пробовать. Mm-hmm.
И через некоторое время начал сам развиваться, то есть вне тренера немножко. Ну, а потом научился сам сальто прыгать, фляг. И потом меня увидел другой тренер тоже и предложил стать в акробатику в пару. Слушай, ну ты вот прямо такое доказательство того, что если человек хочет по-настоящему, да, хочет, то он добивается того, что он хочет. Конечно, конечно. На самом деле главное желание. От этого все зависит. Паш, ну и как выход, наверное, вот мне интересно, вот у тебя твой пик спортивный, он считался еще в акробатике, либо уже в черлидинге, как ты считаешь? Наверное, в черлидинге, потому что в акробатике я достиг немногого, на самом деле, но я мастера спорта выполнил, вот. Это немного, на самом деле, не правда? Не, ну, по сравнению с тем, что я выполнил в черлидинге, выиграл, то есть, да, это разница колоссальная. Расскажи, как попал ты к команду Диметра, да, называется? Да, моя команда называется Диметра. Все было очень интересно, на самом деле. У нас эта команда тренируется в нашем же институте, где учился и учусь, заканчиваю магистратуру. Вот. Просто были большие перемены, на которых я приходил в зал и хоть какое-то время уделял, то есть, качанию бицепса. И тебя заметили. И меня заметили именно в этом зале. Да. Да, говорит, не хочешь попробовать, приходи там, посмотрим. Ну, я так сначала, можно. Вот, ну и затянулось на, получается, уже 6-й год. Слушай, здорово как. Вот скажи, вот эти вот все ваши соревнования, это все фантастические ваши поездки, практически все приносящие кубки победные, да, привозите вы со всех соревнований. Вот это вот оно все захватывает так, но есть же понимание, что это не навечно, да? То есть вот конечно. Это ощущение, что, ну, все равно вот черлидинг – это все-таки юность, да? Это вот какая-то такая драйвовая молодость. Вот как дальше быть, вот когда человек вот раз вот, и заканчивается спорт? Что делать дальше? Ну, вот, кстати, один нюанс, на самом деле, черлидинг такой из спорта. Приезжают на соревнования отцы с детьми, по трое детей. В Японии команды из взрослых бабушек есть, которые пирамиды также строят. Да, да, то есть это такой вид спорта, он уникален тем, что в нем может участвовать, ну, любой человек, любой возраст. Главное – здоровье, желание и эмоции. Поехали. Слушай, ну, а я вот предлагаю сейчас открыть маленький такой секретик, который, я уверена, интересует многих телезрителей. Скажи, пожалуйста, сколько ты весишь? Ты больше 90, потому что ты боишься, что не выдержит тарзанка, да? И судя по тому, что ты не с парашютом собираешься прыгать, тоже больше 90. Сколько ты весишь сейчас? Ну, около 127 килограмм. При росте? 190. 190-127 килограмм, друзья. Это Паша Попов. И мы готовим с ним омлет. Ну что мы делаем дальше? Так, ну, в принципе, у нас уже все готово. Осталось только залить грибы. Паш, ну а как дела обстоят на личном фронте? У нас такая популярность, как у тебя, да? Ты как прям вот как эталон мужества, эталон спортивной такой мужской фигуры, красоты. А как вообще дела у тебя с девушками? Время. Все упирается во время, на самом деле. Ну и, конечно, тяжеловато найти сейчас хорошую девушку. А хорошая девушка – это какая? Вот, ну, вот такие у тебя критерии хорошести женской. Ну, самое основное, конечно, чтобы у нас совпадали интересы. Ну, это она должна быть спортивной. Спортивная, верная, добрая, ласковая. И, конечно, мне умело готовить, потому что я как бы сам умею готовить. Я и кулинарный лицей закончил свое время. Да ты что? Это вообще такие незаместимые вещи. Спорт, кулинарный лицей, умеешь готовить. Вообще у тебя одни положительные качества и бесспорные девушки. На самом деле ты назвал все самые простые, обыкновенные человеческие качества. Ну, да. Таких, да, каких-то вот сверхъестественных требований. Надеюсь, ты ее обязательно найдешь. А сейчас мы это все отправляем жарить. Паш, посмотри, какая красотища получилась у нас с тобой. Отлично. Как это назвать? Нежный омлет с грибами и сыром. Нежный омлет с грибами и сыром от Паша Пухова. Друзья, занимайтесь спортом, будете красивыми, сильными, такими как Паша. Смотрите рубрику «Каша из топора». На мой взгляд, зона вкуса – это модная категория. Когда я впервые услышала «зона вкуса», подумала, что это мой гардероб.
Модели такие красотки, им идет абсолютно все при любой моде и в любую погоду. А что делать нам, девушкам, которые не ходят по подиуму, мы узнаем у дизайнера собственной одежды Анны Абдуловой. Ань, привет! Расскажи, чем порадует нас новый сезон, что нужно выбрасывать из своего гардероба, а что следует придержать? Привет, Маш! Хочу всех обрадовать, выбрасывать ничего не нужно, нужно просто правильно уметь это совмещать, между собой вещи. Потому что в этом сезоне модны у нас как яркие цвета, так и темные цвета, но основным фаворитом все-таки является синий цвет. А что делать девушкам, которые хорошо кушали зимой, которые прямо вот так налегали на всю вкуснятину, и сейчас вот не знаю, что им одеть нужно, вот что одевать? Ой, Маша, это прям про меня. Я очень хорошо кушала зимой. Да, ничего подобного, ну что ты себе льстишь. Я правильно оделась. Я хочу сказать, что всем девушкам я советую носить платье свободного покроя. То есть, чтобы это платье было прилегающим вверху, чтобы, ну вот как у меня здесь все аккуратненько прилегает. Но здесь у меня оборочки, воланчики, и все хорошо, как будто так и надо. Все скрывает сразу все недостатки фигуры. То есть, в этом году какая-то универсальная мода получается. Можно кушать, можно абсолютно не следить за своей фигурой. Просто одеваться правильно, и все будет хорошо, да? Да, именно так. Приближаются выпускные, и наши юные красотки думают о том, в чем блистать на выпускном балу. Вот что посоветуешь девочкам, которые в этом году заканчивают школу, 9-11 классы, и уже думают о том, как покорить всех своих одноклассников и одноклассниц. Ой, Маш, ты знаешь, мне кажется, что сейчас у нас настолько продвинутые школьники, что они следят за современной модой и уже на задний план отходят, ну, как я их называю, платья-шторки, какие-то непонятные корсеты, вот эти вот бальные платья. Мне кажется, что сейчас у нас очень модные школьники, они одевают кроп-топ с какой-то юбкой-карандаш, либо юбка-пачка из фатина, либо юбка-солнце, допустим, какая-нибудь в пол, либо это будет скромное платье, но с открытой спиной. Я помню свой выпускной, для меня стала задача первоочередная просто выделиться, потому что я знала, что все будут в очень красивых платьях бальных, а я пришла в коротком, но очень тоже таком красивом, с красивым вырезом на спине. Я выделилась, и все запомнили меня. Всем того же желаю. Какие юбки в этом сезоне нужно носить? Трендом сезона является юбка и платье асилуэта. Ну и у нас в России, конечно же, юбки-пачки, юбки-солнце, все, что женственное, все, что подчеркивает и скрывает недостатки, все, ну, подчеркивает достоинство фигуры, все это у нас в России. А почему ты говоришь именно у нас в России? То есть в других странах это не носят? Дело в том, что российская мода и европейская мода, она отличается, потому что в Европе очень любят минимализм, минималистичность. Сдержание, да, немножко? Сдержание, более холодное, что ли. Даже если посмотреть на показы, российские показы, в них участвуют модели такие красивые, женственные, а в Европе такие, ну, не яркие, страшненькие. Ну, есть, конечно, и красивые, но, в общем, они любят все, чтобы было строго, не ярко. То есть, конечно же, менталитет у нас разный. То есть у нас девушки самые красивые. Да. Смотрите зону вкуса! Светлана, здравствуйте. Прежде чем пригласить вас к нам на интервью, мы провели такой соцопрос популярности, узнаваемости. И я вам хочу сказать, что вы абсолютно любимы в нашем городе, потому что были люди, которые, может быть, не знали, как вас в реальной жизни зовут, не знали вашего имени либо фамилии, но абсолютно все знали, что это актриса и где именно она снималась. Как минимум две ваши роли были названы. И мне кажется, что, ну, по крайней мере, не каждый даже... Не каждый артист может похвастаться такой узнаваемостью. Светлана. У меня только две роли есть, спасибо большое. Поэтому. Вот видите, за вами следят. Да, следят зрители и ждут, наверное, новых. Светлана, скажите, пожалуйста, вот эта вот Светлана Пермякова, которая на экране такая своя, такая вот, которую хочется вот подойти и обнять, простая, легкая, и Светлана, которая в жизни, это разные люди или это один и тот же человек? Подходят, обнимают, даюсь. Значит, нормально все. А скажите, а вот какой-то вот вы не представляли в своей жизни другого развития, вот, ну, скажем, не знаю, в какой-то другой сфере себя? Не было такого, что вот, а вот если бы моя жизнь пошла в какую-то иную сторону, не задумывалась никогда? Ну, пошла вот так, как пошла, поэтому... Ну, в жизни дается как бы один раз что-то. Если ты это возьмешь, значит, ты это возьмешь. Путь если был нет, то нет. Но... предопределен.
подала документы на филологический факультет в пятницу, в понедельник забрала оттуда и перенесла все это в Институт культуры и искусств. Все. А так, по идее, могла бы быть филологом. Да, учителем русского языка, наверное. Ну, плохим бы, наверное, была учителем. А есть вот ощущение, что по жизни вот ведет кто-то или что-то? Или вот вы сами дорогу выбираете? Да вот странно, в общем-то, наверное. В какой-то момент я поняла, что нужно где-то остановиться и прислушаться к себе, а не идти вот так напролом. И у меня подруга, которая дает очень хорошие советы, она говорит: «Свет, ты очень быстро идешь. Не торопись. Вот я прислушиваюсь к ее советам очень хорошим, я стараюсь не торопиться. Светлана, а вот все-таки вот, ну, мне кажется, что в жизни, ну, все наоборот говорят, вот нужно стараться быстрее, как можно больше всего сделать. А мудрые люди говорят, что нужно делать остановки, чтобы идти в правильном направлении. Поспешай, не торопясь. Вот, вот это да, наверное, точно. Ну, вот если я чувствую, что я где-то себя загоняю, и загоняю еще так жестко порой, просто себе нужно там немножко подожди, давай остановимся, подождем, давай будем наслаждаться вот этой секундой, вот этим днем. Давай подумаем, хорошо, так плохо, так что плохо, давай будем исправлять. Или вот такие вещи. Вот. А как бы мчаться так вперед, ну, мчалась, сломя голову мчалась. И потом поняла, что какие-то вещи просто незаметно начали проходить для меня. Что-то люди проходили мимо, хорошие люди, например, незамеченные. Да? Поэтому вот, слава богу, как бы хватило ума немножечко приостановиться. А, Светлана, скажите, ну вот в вашем жестком графике, таком гастрольном, вы приезжая домой, есть у вас какое-нибудь блюдо, которым вы задабриваете своих домашних? Может быть, какое-то фирменное блюдо? Может, от бабушки? Меня ждут. Они готовят. Меня ждут, они поэтому... к вашему приезду готовятся, да, с блюдами. Да, поэтому я... А так, по идее, мы любим с Варюшей стряпать. Вот сейчас думаю, что домой приеду, постряпаю пельмени с капустой. Вот очень хочу. Поэтому я дочь как бы вот к этому уже... Она же девочка. Ну, вообще, да, хозяйка, поэтому я учу ее готовить. Она очень много времени. Я провожу очень много времени на кухне. Поэтому она вместе со мной. И готовит, и помогает. Знает, что ножи, что это остро, что это... Ну, у нее есть маленький ножик, она и режет, и помогает. Потрясающе. Приучаете уже к хозяйству, да, конечно. Да, конечно. Ей это нравится. Поэтому я как бы охоту и не отбиваю. И муку, и тесто, она все это очень знает и любит. А вот говорят, тут здоровое питание существует. Вот сейчас вообще заморочились на калории, что-то. Это вот полезный продукт, это не полезно. Считают там ГМО, без ГМО. Вот это вот, мне кажется, это бессмысленно. Нервотрепка, да, вот такая? Ну, это там вещи, люди чисто в рекламных целях. Ну, вот мне тоже, да. ЭКО, ГМО, без, чистое, рекомендовано, проверено. Это все чисто рекламные, как бы, такие маркетинговые ходы, которые не имеют с собой вообще никакого основания, как правило. Вот. Поэтому лучше доверяться, конечно, собственному мнению. Вот, конечно же, стоит, конечно, более правильным, там, да. Ну, в любом случае, колоссальная профессия актера, она колоссально энергетическая, энергоемкая такая. Ну, как можно больше, конечно же, лучше и овощей, и фруктов, поэтому... Ближе к природе. Ну, да. Но если, например, ты мясоед, ну, чуть тебе заказывать себе. Есть посты, да, но это уже в твоих, как бы, в твоей силе воли. Силен ты, выдержишь ты, пожалуйста. Ну, как батюшки говорят, не надо есть себе просто, вот и все. Вот, это, наверное, будьте добрее, самое главное. Будьте несколько терпимее, захотели колбаску. Ну, съешьте вот эту колбасу, ну, зачем же близкие-то поедом есть, что так и так. Поэтому у каждого свое, все дается по силе. Светлана, скажите, как вам ростовская публика? Сегодня вы были... Здесь все замечательно, все хорошо. Хорошо принимали? Очень рады, да. Поэтому... Вас ждали, я просто знаю, что у вас... Да, такой... приехали несколько в неблагоприятные такие погодные условия. Да, да. Прием был теплый. А скажите, вот что ждать? Какие проекты творческие готовятся? Мы очень... Что будет, то будет. Сама все жду. Сюрприз будет, да? Какой-то для ваших зрителей. Хорошо, но тогда вы как женщина, которая несет радость, несет улыбку, вы редкая женщина, которая с экранов умеет шутить. Да, говорят, что женский юмор – это редкость шутить. Большая. Ну, в любом случае, на вас смотрят. Юмор присутствует, вот. Но шучу очень. Могу и мимо пошутить. Светлана, что вы пожелаете
всем тем, кто вас очень любит, всегда с нетерпением ждет. Пожелайте что? Ой, от меня, в принципе, как и от всех, я всем желаю, конечно же, и здоровья, и счастья, и понимания. Знаете, большой недостаток любви присутствует у всех у нас, поэтому я хочу пожелать любви и понимания, и прощения. Вот. Как чаще говорите друг другу: я люблю, ты самый хороший, или ты самая хорошая, ты самая любимая, и как хорошо, что мы рядом. Это все мамам, папам, близким, любимым, детям. Вот кто рядом и кто вам дорог. Вот говорите слова любви, мне кажется, все будет хорошо. Светлана, я обожаю вас. Спасибо вам огромное. Я желаю вам потрясающего творчества. Спасибо. Конечно же, желаю вам семейного счастья, любви и почаще к нам приезжать. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч.